Как вы думаете, вы терпеливый человек? Признайтесь, вы трудолюбивый или ленивый? Терпеливый, трудолюбивый, безопасный. Эти и многие другие безумно нужные английские слова мы с вами сегодня и выучим. Какие-то из них вы, возможно, слышали и раньше, и, может быть, уже даже их знаете. А какие-то вы сейчас наверняка узнаете впервые. Ну а в конце занятия мы потренируемся понимать носителей. Я знаю, вы очень это любите и знаете, насколько это важно. Enjoy. Наше первое слово это patient, терпеливый. Давайте скажем это вместе. Patient, patient, patient. Это не только терпеливый, но еще и пациент patient. Легко запомнить, правда? Терпеливый пациент. A patient patient. Итак, давайте посмотрим, как это слово можно использовать в своей речи. Допустим, вы говорите I am very patient. Что это значит? Правильно, я очень терпелив. Скажите это вместе со мной. I am very patient. Или, например, это слово можно еще использовать вот так. My friend is not very patient. Здесь уже мы говорим отрицание. Поняли, что я сказала? Да, мой друг не очень терпелив. Скажите это еще раз. My friend is not very patient. Итак, patient – терпеливый. Patient. Ну а если вы хотите сказать нетерпеливый, то к слову patient вы добавляете им. Im. Получается impatient нетерпеливый. Скажите impatient. Например, you are so impatient. Give me some time. Кто-то говорит вам или, возможно, вы это говорите кому-то. Ты такой нетерпеливый. Дай мне еще немного времени. You are so impatient. Ты такой нетерпеливый. Give me some time. Дай мне немного времени. Итак, давайте скажем impatient – нетерпеливый. Impatient. Запомнили? Теперь у меня к вам вопрос. Are you a patient or impatient person? Что я спросила? Да, я поинтересовалась у вас, вы терпеливый или нетерпеливый человек? Ответьте мне. Вы могли бы сказать I am a very patient person, что означает Я очень терпеливый человек, сказали вы. Ну а кто-то из вас, возможно, сказал I am an impatient person. Я нетерпеливый человек. Useful – еще одно полезное слово, которое переводится как полезный. Useful – полезный. Давайте скажем это вместе. Useful. Useful. Например, this is very useful. Что мы сказали? Это очень полезно. This information is useful. Эта информация полезна. Вы говорите вслух вместе со мной? This information is useful. Useful. Соответственно, useless. Смотрите, useless – это бесполезный. Скажите, useless. Useless – бесполезный. Скажите, useless. Помните, чем больше вы говорите вслух, тем лучше вы все запоминаете. Говорить все слова и предложения вслух – это очень-очень важно для вашего успеха. Давайте посмотрим на примеры. He didn't know anything, говорите вы. He was useless. Знаете, что мы сказали? He didn't know anything. Он ничего не знал. He was useless. Он был бесполезен. Can you understand this sentence? Сможете понять вот это предложение? Смотрите внимательно и попробуйте угадать, что же оно значит. She was very patient and finally found some useful information. Она была очень терпелива. She was very patient. Помните? Patient – терпеливый. And finally и, наконец, finally found, нашла, some useful information, нужную информацию. Итак, запомнили? Полезный – это правильно, useful. Is this lesson useful for you? Этот урок для вас полезный? Что еще для вас будет очень useful, если вы вдруг не знаете, так это информация о том, что специально для вас я разработала специальные обучающие видео и аудиокурсы по английскому, чтобы вы учили английский дома комфортно, с результатом и удовольствием. Для начинающих в английском это наш курс-бестселлер «Английский за 4 недели 2 в одном. Два в одном, потому что это и видео, и аудиокурс. Представляете, как здорово? Для тех, у кого уровень выше начинающего, это курс английский для среднего уровня. Ну и третий курс для тех, кому английский нужен для работы и бизнеса. Называется он Деловой английский за 5 недель. Все эти курсы вы найдете внизу по ссылке под этим видео или вот ссылочка здесь вверху. Useful – полезно. Двигаемся дальше. Fast – это быстрый или быстро. Скажите fast. Fast. Например, как его можно использовать в своей речи? Допустим, вы говорите об интернете. The internet is fast here. Что мы сказали? Верно. Интернет здесь быстрый. Интернет быстрый здесь. The Internet, давайте скажем это вместе, The Internet is fast here. Или, например, вы говорите кому-то, I can do it fast. Что означает? Я могу сделать это быстро. Скажите это. I can do it fast. Итак, fast это быстрый или быстро. Fast. Соответственно, slow это медленный. Slow, медленный. Скажите slow, slow, медленный. Например, the internet is slow here. Вы поняли это предложение? Конечно, интернет здесь медленный, slow. Скажите это вместе со мной. The internet is slow here. Или такой пример. This train is not fast. It's extremely slow. Этот поезд не быстрый, он невероятно медленный. Попадались ли вам такие поезда или случалось ли вам ездить на таких поездах, которые были невероятно медленные? Extremely slow. 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 Медленный. Fast. Быстрый. Отлично, давайте повторим. Полезный – это... Кто запомнил? Useful. Useful. Бесполезный. Useless. Useless. Быстрый. Помните? Fast. Fast. Медленный. Slow. Slow. Терпеливый. Так же, как и пациент. Patient. Patient. А нетерпеливый – это Правильно. Impatient. Impatient. Повторили? А сейчас давайте мы с вами потренируемся слушать и понимать носителей английского. Слушайте внимательно и попробуйте понять, что вам сейчас скажут. Если у вас не получится понять ничего страшного, прослушайте аудио несколько раз. Ну и кроме этого вы также увидите и перевод. Patient, impatient. Patient, impatient. I am very patient. I am very patient. He is not very patient. He is not very patient. You are so impatient. Give me some time. You are so impatient. Give me some time useful useless useful useless this is very useful this is very useful this information is useful this information is useful he didn't know anything he was useless he didn't know anything he was useless. Fast, slow. Fast, slow. The internet is fast here. The internet is fast here. You are driving too fast. You are driving too fast. This train is so slow. This train is so slow. Наше следующее слово говорите вслух. Exciting. 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 Что означает увлекательный. Exciting. Это синоним слова interesting. Интересный. Interesting. Интересный. Например, вы куда-то удачно съездили и говорите. It was an exciting trip. Рассказываете вы кому-то. It was. Это была. An exciting trip. Знаете, что вы сказали? Это была увлекательная поездка. Exciting. Exciting. Exciting или interesting, увлекательный, интересный. Это может быть книга, фильм, поездка, урок и так далее. Ну а противоположное по смыслу слово это... Угадайте, какое? Boring, скучный. Boring. Увлекательный, exciting, скучный, boring. Например, поездка увлекательная. Это an exciting trip. Увлекательная поездка. Скажите, an exciting trip. Ну и вспомните какую-то свою поездку, которая была, ну, очень скучной. И скажите, a boring trip. A boring trip. Итак, boring скучный. Например, This city was boring. Этот город был скучным. Скажите, This city was boring. Или, например, I didn't like this movie. Рассказываете вы кому-то. It was really boring. Мы сказали, мне не понравился этот фильм. Он был, ну, очень скучным. Давайте скажем это еще раз. I didn't like this movie. It was really boring. Boring. Very good. Easy это легкий. Давайте скажем. Easy. Easy. Легкий. Например, learning English can be easy. Знаете, что я вам сказала? Правильно. Изучение английского может быть легким. Learning English can be easy. This is so easy, говорим мы. Это так легко. This is so easy. Скажите easy, легко, легкий. Easy, easy. Ну а сложный, трудный, тяжелый это difficult. Difficult difficult. Например, that task was not easy. It was difficult and boring. Смотрите сразу три новых слова. Попробуйте перевести, что вы сейчас услышали. Девушка рассказывает, то задание было нелегким. That task was not easy. It was difficult, оно было тяжелым, трудным, and boring, и скучным. Difficult, сложный, трудный, difficult. Например, a difficult situation, сложная, трудная ситуация, или difficult times, сложные времена. Difficult lazy, ленивый, lazy. Скажите, lazy, lazy. Например, sometimes I feel so lazy. Что означает? Иногда я чувствую себя таким ленивым. Давайте скажем это вместе. Sometimes I feel so lazy. Then I try to find something exciting to do. А потом я стараюсь заняться чем-то увлекательным. Я стараюсь найти что-то увлекательное, что я могу поделать. Exciting – увлекательный. Exciting – увлекательный. Скажите вместе со мной – Lazy. Exciting. Ну и hard working ⁇ это трудолюбивый. Скажите, а вы трудолюбивый человек? Hard working. Трудолюбивый. Как мы можем использовать это слово в нашей речи? Ну, например, usually, говорите вы. I am really hard working. Обычно я очень трудолюбивый. Скажите, usually I am really hard working. But sometimes I feel a bit lazy. Но иногда я чувствую себя немного ленивым. But sometimes I feel a bit lazy. Итак, трудолюбивый это. Давайте говорить вместе. Hardworking, hardworking, lazy, ленивый, lazy. Are you a hardworking person? Tell me. Скажите мне, вы трудолюбивый человек? Are you a hardworking person? Что вы ответили? Ну, вы могли бы сказать I am a very hardworking person. Я очень трудолюбивый человек. Или, например, I am not a hardworking person. I'm super lazy. <laughs> я не очень трудолюбивый человек. Я супер ленивый. Итак, hardworking, lazy. И еще пару слов. Safe, давайте запомним, безопасный. Скажите, safe, safe. Его очень легко запомнить, потому что оно звучит так же, как и слово safe. Safe. Безопасный. Например, This is a safe country. Что мы сказали? Это безопасная страна. Или, например, Be Safe. Эту фразу вы можете очень часто услышать в английском. Так говорят всегда, когда хотят пожелать кому-то ⁇ Береги себя ⁇ будь в безопасности. Be safe. Береги себя. Be safe. Итак, безопасный. Запомнили? Очень простое слово. Easy. Легкое. Safe. Safe. Ну и, соответственно, опасный по-английски будет dangerous. Скажите. Dangerous. Dangerous. Na she is a dangerous woman. She is a dangerous woman. Она опасная женщина. She is a dangerous woman. Или this city is not safe. It's dangerous. Что мы сказали? Safe. Безопасный. Этот город не безопасный. Он опасный. It's dangerous. Dangerous. Скажите вместе со мной. Dangerous. Excellent. Отлично, дорогие друзья. У вас прекрасно получается. А сейчас, дорогие друзья, чтобы получить максимальный результат от этого занятия, мы потренируемся понимать английский на слух. Итак, сейчас слушаем носителя, тренируемся понимать английскую речь и повторяем вслух за носителем. Это очень важно. Хорошо? Поехали! Exciting, boring. It exciting trip. It was an exciting trip. The city was boring. The city was boring. That book was useless and boring. That book was useless and boring. Easy, difficult. Easy, difficult. This is so easy. This is so easy. Learning English can be easy. Learning English can be easy. That book was not easy. It was difficult and boring. That book was not easy. It was difficult and boring. Lazy, hardworking. Lazy, hardworking. I'm feeling lazy. I don't want to do anything i'm feeling lazy i don't want to do anything usually i am really hardworking but sometimes i feel a bit lazy usually i am really hardworking but sometimes i feel a bit lazy safe dangerous safe dangerous this is a safe country this is a safe country. Be safe. Be safe. She is a dangerous woman. She is a dangerous woman. This is a dangerous area. Don't go there. This is a dangerous area. Don't go there. Don't worry. This is a safe place. Don't worry. This is a safe place.